Привет, Иван, привет. Здесь? Сейчас я с водичкой схожу, пока никого нет, все равно. Видимо, ноль. Пока ноль. Ну, схожу с водичкой. Вот и я. Вот и я. За лимонадом сбегал. Привет. Ну, я был в поездке с коллективом. Небольшой тур, так сказать. Вот. Как раз во время этой поездки там еще это событие произошло в Московской области. Мы там концерт отменили. Это мы тогда в Саратове были в этот день. Да убрал я эту надпись, потому что как-то оно все-таки не знаю. Будем проще. И не хочется лишний раз унижаться. А получается, что так. Ну вот, привет всем тем, кто уже зашел. Спасибо, что заглянули. Сейчас что-нибудь сыграем.
Приветствую, Койзос Антигос. Да, хочется надеяться, конечно, что ко всем солдатам придется и придет мир. И к солдатам, и ко всем остальным. И как сказал великий русский мыслитель Федор Достоевский, красота спасет мир.
Спасибо. Спасибо. Леся, а, вот Леся увидела. Там список есть в описании, просто я, ну, не то, что все что угодно на заказ сыграю. Там, ну, и заранее, конечно, спросите, может, я, там список-то большой, может быть, я что-то забыл еще даже. Ну, так, скажите лучше. А, Кашмир, ну, давайте тоже поддержите немножко вот Лесю заодно и меня. Там все. Вообще, да, здорово, что заглянули, спасибо. Очень рад. Давно я просто не выходил, ничего не делал. Панику. Сейчас. From Brazil. Ага, my friend. Ага, понял. Не совсем, но что-то понял примерно, что. А, здесь из Бразилии мой друг. Ага. Ну, это его из Бразилии, Коиза Сантигас, я знаю. Татьяна, добрый вечер, здравствуйте. Солдат, конечно. А, добрые люди, а я этой песни-то не знаю. Там из Король и Шута, посмотрите там. Ну, только одна, вернее, не одна, но другие песни. Например, проклятый старый дом можно вспомнить. Если пожелаете. Да, про дом, точно. Ну, я ее, ну, сейчас я сыграю, постараюсь.
Ольга, спасибо вам, спасибо за поддержку. Леся, спасибо, надеюсь, вам понравилось. Вам тоже спасибо. Татьяна, вот... Ага. Спасибо вам, огромное спасибо. Послушайте еще, я еще много чего буду играть. Вот, например, вот Татьяна попросила меня сыграть песенку, тоже очень красивая, группа Deep Purple, «Солдаты», «Солдат удачи», «Soldier of Fortune». Красивая песня. Замечательно ее спел Дэвид Кавердейл. Старик уже. Совсем. Так. Сейчас я найду. Спасибо. Ольга, добрый вечер. Я что-то читаю, вдруг я понимаю, что с вами вроде не поздоровался. Еще добрый вечер. Да, я видел. Спасибо вам тоже за поддержку. Активных, щедрых поклонников. Спасибо.
А я вот по Волге-матушке прокатился. По берегам Волги-матушки. Да, вот в этой поездке познакомился с одним очень интересным человеком. Он из Кубы, зовут Абель. Он перкуссионист, играл с нами в коллективе на перкуссии. Потом его посадили на барабаны, потому что барабанщик уехал посередине тура. Не доиграл два концерта. И вот кубинец, перкуссия — это вообще что-то. Это очень круто. Ну, вообще интересный человек. Желательные, общительные, открытые, открытые, что поражает. Вот. Трудно с ним немножко говорить, потому что он так корявенько говорит на русском. Но я-то английского просто не знаю. Можно было бы хотя бы на английском, но вот. Но в любом случае мы хорошо понимали друг друга. И так. Так вот жаль, что он в Калининграде живет, а не в Питере. Его оттуда позвали. Вообще поиграть с таким музыкантом уже одно удовольствие. Так что. Ничего не понял, что человек написал. Ну ладно. We'll be right back.
Да, Татьяна, ну нормально, в общем-то, прошли гастроли, слава богу. Ну, как раз вот во время нашей поездки произошло вот это событие в Московской области, а мы в тот день были в Саратове. Вот, и у нас, по-моему, в этот день должен был быть концерт. Вот, его отменили, конечно же. Вот, и потом еще один концерт отменили, но там перенесли один, все-таки мы еще потом один сыграли. И уже все, уехали домой. Сразу. Ну, просто меньше сыграли и уехали. А так, да, вот и эти события, конечно, перенесли там, но состояние изменилось, конечно, в пути уже. Да, ну. Такова жизнь, что я могу сказать. Вот, значит, «Снеговика», да, Татьяна? Хорошо, сейчас. Thank you.
Еще кто-нибудь слушает? Что-то никто ничего не пишет. Нет, 10 человек, смотрю, смотрит. Татьяна, спасибо вам. Вам спасибо. Да, спасибо, Леся, спасибо. Мне очень приятно, что слушаете. Тем более, спасибо, тем более приятно, что наслаждаетесь. А то иногда заходят, слушают, и вот начинают говорить, да чего-то как-то не очень. И при всем при этом сидят и слушают. Но то и дело что-нибудь такое скажут. Зачем тогда слушать, если не наслаждаться? Вот я не понимаю, у меня такой вопрос возникает. Ну, не нравится, промотай дальше, правильно? YouTube большой.
Black Snake, привет, привет, да, наконец-то, да, выбрался. Август из Германии, так вот мне из Германии кидают. Это можно через Donation Alerts. Там вот ссылка есть в описании к видео. Вот этого Donation Alerts, через который там напрямую ссылка идет на мой аккаунт. И там все это делается. Но вот во всяком случае мне из Германии вот так кидали через эту штуку. Ну, попробуйте, не знаю.
Да, классная песня, спасибо. Барри Уайт. Такой красавчик. Так, что-то... Какие-то... Я ничего не видел, правда, просто. Просто ничегошеньки не видел. Ну, собственно, ничего и нету. Угу. Ну, в общем.
Ну, не проходит, так не проходит. Ну, просто из Германии вот мне женщина все время кидает, периодически. Ну, просто, может быть, разные регионы. Может, где-то проходит, где-то не проходит, я не знаю. Ну, она точно из Германии. Ну, вот не помню откуда. Юлдуз Урманова. Добрый вечер. Спасибо, спасибо. Очень приятно, спасибо. Да, это великолепный биджис. Я считаю, непревзойденный в своем роде. Трое братьев, красавчики. Такие голоса. И, конечно же, талантливые музыканты. Не просто, как говорится, лженые глотки. Есть такие просто, ну, голос, ну, голос и голос, ну, как бы. Вот. А если этим голосом владеет талантливый музыкант, то тогда он действительно превращается в что-то интересное. А если голосом владеет человек, не имеющий музыкального таланта, то, к сожалению, этот голос, ну, в лучшем случае будет кем-то использоваться, если он попадет в хорошие руки какому-нибудь хорошему композитору, допустим. Да, это вам спасибо. Спасибо, спасибо. Еще раз спасибо. Ну, и мне спасибо, и вам спасибо за то, что слушаете. Если, потому что если бы меня не слушали бы, я бы, наверное, и не играл бы. А зачем играть, если меня никто не слушает? Правильно? Самому себе, что ли? Нет, я могу самому себе поиграть, конечно. Могу же не поиграть. Но это же долго продолжаться не может. Понимаете? Такое дело. Давайте я еще из биджа сыграю.
Да, я бы добавил, что не просто мелодист, а гармонисты, что ли. То есть, насколько у них все гармонично, все слажено, красиво, динамично. Нет претензий вообще. Вот. Красивая музыка, все, что надо. Очень профессионально, на высочайшем уровне. Просто эстрада, это просто, сказал бы, эталон эстрадной музыки. Вот, да. Абба, Биджиз. Ну, конечно же, «Земля, ветер, огонь» наша. Это немножечко уже в другую сторону, но все равно. Это все равно. Там это эстрада. Вот. Здесь это была немножко другая эстрада. Алла Пугачева и т.д. и т.п. Поэтому и хлопают не все в ритм даже на концертах. Ничего, мы будем стараться. Будем стараться хлопать в ритм, правильно? Thank you.
Алекс, привет, 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 добрый вечер. Рад, что заглянул. Как у тебя дела? Как здоровье? Ну и слава богу, что хорошо. Это самое главное. Главное, чтобы все было хорошо. Ну что, немножко по року пробежаться, что ли, попробовать? People Rain для Алекса. Ну, что ж, давайте с третьим Алекса с почестями. Присоединяюсь. Thank you.
Да, красивая песня. Надеюсь, я ее не очень испортил. О, Евгений объявился. Привет, привет, Евгений. Ну что ж вы, Евгений, так пропали совсем. И я у вас в городе был. И писал вам ВКонтакте, что мы к вам едем. С Игорем-то мы, кстати, повстречались в Саратове. С Игорем и еще с одним человеком, который вот сюда заходит, тоже из Саратова оказался. Я даже не знал. В Калгалово. Ну, Калгалово это далеко было от меня. Я вырос, ну, на окраине, можно сказать, тоже, да, на гражданке. Когда еще в 72-м году мы переехали, когда еще только начали за застраиваться, начинали только начиналось только строительство, и из коммуналок людей туда отправляли, и вот мы там в 72-м году уже жили. Улица Демьяна Бедного там была такая, но она и сейчас есть. Вот. Это, наверное, уже сейчас считается почти центр города. Нет, ну а что, конечно, но тогда это было вообще болото, конечно, полное. Да, Евгений, ну, ага, Анна приболела. Ну, понятно, что ж, ну. Бывает, бывает. Ну, ладно. Главное, чтобы здоровье было. Правильно? Все в порядке, самое главное, да? Сыграем, так а, в общем-то, чем я и занимаюсь последние 45 лет, наверное, даже больше. А вот Black Snake еще я не видел. Спасибо. Спасибо, спасибо. Мне Black Snake написал. Be happy. Спасибо.
Спасибо, Евгений, спасибо вам за поддержку. И начинаем с трагедии, которую я, кстати, недавно играл. Может, тогда ее в конце сыграем? А начнем тогда, ну, конечно же, Smoke on the Water. Хороший выбор. Ну, давайте. Smoke on the Water. Я, правда, играть не умею, в ноты не попадаю. Мне вот тут тоже в комментариях пишут, говорят, что в ноты не попадаю. И какой-то лишний звон, звуки слышно в моей игре ненужные. И что такой срам выкладывать вообще стыдно было бы вот этому человеку, который написал это. Так что я даже не знаю, стоит ли играть? Вот в чем дело еще. Хотя нет, я уже почти 2 часа играю. Но человек сказал, что он отписался. Отписался от канала и что не хочет больше не видеть, не слышать моих. Вот, у меня слишком громко, наверное, микрофон. А, да, точно, я. Наушники поворачивания заводятся. Вот, что он больше не хочет слышать, не видеть. Ну, действительно, бывает, да, промазываю мимо нот. Бывает, да. Каюсь. Что могу еще сказать? Да. Так. Mm-hmm.
поделился тем, что он есть. Ну, да, кстати, мудро, мудро сказано. Спасибо, Евгений, спасибо. Ну, понятно, что, да. А, если честно. А, вот, Алекс. Алекс, это ты, вот я понял, я заметил, да, это ты написал аноним, да. Это. Хорошо, Евгений, если ты не против. Не забаню. Если вы не против, я сейчас вот для Алекса сыграю Стиви Рэй Вона. Там не длинная вещь, короткая, и потому что он в процессе тоже кинул там вот. Вот, и он ждет уже давно просто. Хорошо? И дальше продолжим по списку. Я думаю, что вы тоже не обидитесь. Там. А, Алекс, а вот что ты хотел, я забыл. Какую песенку эту Стиви Рэй Вона. Я сейчас посмотрю. Я сейчас прочитаю. Наверное, про Элтон Джон скорее, да? Точно. Точно угадал. Я прям-таки в точку. Отлично. Тогда про Элтон Джон. Стиви Рэй Вона. Это классно, да. Не знаю, как я его сыграю, конечно. Отвык я вот от домашней игры. Оно, конечно, отличается. Вот на сцене поиграл. Немножко вроде бы, а уже из домашней вот этой атмосферы ушел. Так, сейчас. Ну ничего. Наживем мастерство, так сказать. Учиться будем, правильно? Как мне вот говорят, учись. Учись, правильно? Я нет, я только за. Thank you.
Так. Спасибо, друзья, спасибо. Итак, пока там Евгений какую-то рулетку затеял, я пока, чтобы не отрываться от списка, вот продолжу. Значит, уже все потерял. Ага. Блю кафе. Вот песня такая есть. Блю кафе. В заказе есть такая песня. А то вдруг потом скажут. Так. Ага. А то скажут потом, вот ему заказывают, а он не играет, только читает, что там пишут. Так, значит, Blue Cafe. Нет, я человек ответственный. Я не просто этот самый потлатый, так сказать, какой-то там интеллигентный человек, музыкант. Так. Небо не сбиться с пути и начать играть. Это я и читаю, и слушаю.
Так. Значит, что тогда? Кашмир. Да? Играем Кашмир, значит, да? Сейчас. Крейзи, Кашмир и которая Крейзи, да, просто. Ага. Да. Клевая тема, кстати, я давно не играл. Хорошо, давайте. А там еще биджис, вроде бы как я должен был сыграть для вас, да? Давайте это уже вот эти, я вот три песни тогда вот эти и закончу на этом, потому что уже тяжело уже. Давайте. Так, ну сейчас, ну давайте Кашмир сейчас сыграем. Ну, я уже на Кашмир просто гитару перестроил. Ага. Все тогда.
Устал, честно говоря, честно устал. Спасибо. Евгений, давайте, может быть, завтра я там, не знаю, сколько там, две песни, по-моему. У меня уже сил просто нет. Честное слово. Давно трансляции не вел, отвык. Если вы здесь, конечно, еще. Я сыграю, и никуда не денусь. Я же всегда здесь. Ну, надеюсь, что Евгений не будет против. А я пойду отдыхать, пожалуй. Спасибо вам, спасибо, что заглянули. Очень буду рад. Заходите еще. Завтра, скорее всего, я тоже буду вещать. Вот. Завтра уже с новыми силами и уже, наверное, будет лучше уже получаться, чем сегодня. Вот. Да, давайте завтра. Ну. Семь? Почему семь? По какой системе? Не понял. Так, подождите. Ой, вот Евгений, это, конечно, так, вот, значит, смотрите, вот сегодня я сыграл раз, два, и вот я сыграл, и вот вы сначала три заказали, из них я две сыграл. И потом еще вы две заказали, из них я тоже одну сыграл, то есть получается у меня две я вам должен. Ну, объясните уж мне тогда, пожалуйста, о моем долге. Это я что-то не совсем понимаю. Евгений, ну скажите, пожалуйста, чего, какие, куда должен-то, о чем? Напомните. Когда все вылетало. В каком смысле вылетало во время трансляции? Чего вылетало-то?
Висли трансляции. Ну, видимо, они у кого-то висли, у кого-то не висли. Просто я помню, было дело там, вычета, еще тогда еще подумали, что забанили, а люди все смотрели. А вы считаете, да, чего-то там, да? Понятно. Может, тогда как-нибудь... Понятно. Ну ладно, хорошо. Вы мне тогда напоминайте, где чего я вам должен там. Давайте я сейчас сыграю, вот, чтобы уж тогда не забыть. Значит, трагедия. Сейчас я сыграю. И за ней еще песенка Crazy. Такого певца. Как же его звали-то? Сил, да. Сейчас. Вот, для вас я, Евгений, играю. Пока ничего не зависло. Вот, играю. Играю. Нет, ну напомнили, так напомнили. Было или было, было. Напомнили. Все, я.
Ну, вот, вроде бы. Чтобы не остаться в долгу. Что-то Евгений сказал, что надеюсь, вырастите. В каком смысле? Надеюсь, вырастите. То есть он мне так имеет в виду, что подрастешь, поймешь, что ли? В этом смысле? Ну ладно. Ладно, спасибо, что заглянули, спасибо, что послушали. Так вот, трудно сразу понять человека с... Не знаю. Не понимаю даже. Я не понимаю, какие тут могут быть. Даже... А личности-то никогда не переходили. Просто вдруг на тебе. А ты мне 7 песен должен. Ну, я просто спрашиваю, ну чего, ну когда? Ну, я думаю, что чтобы, если уж напоминает человек, ну тогда уж надо их отдавать, что ли. Я начал их закрывать, человек обиделся. А что ты обижаться-то? Тогда не надо было говорить про долги. Вот и все. На самом деле я ни у кого ничего в долг не брал. Ой, ладно, ну зачем так вот, господи? Сидели хорошо, музыку слушали. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ладно, спокойной ночи. Всего доброго. Пока. Спасибо всем, кто заглянул. До новых встреч. Завтра, скорее всего.